Здравствуйте! В предыдущем цикле своих публикаций я рассказал вам о путешествии на автомобиле по балканским странам. Мы проехали по бездорожью Украины, посетили Молдову, Румынию, Болгарию, Македонию, Албанию, Черногорию и Сербию. Спасибо вам за просмотр и комментарии. Тем же, кто не посмотрел данный очерк, предлагаю воспользоваться следующей ссылкой для перехода к теме «Балканский тур». Далее хочу вам предложить на своем канале новый цикл очерков об еще одной замечательной балканской стране – Хорватии. Но для начала буквально несколько слов о туристической карте этой страны. Хорватия расположена на Балканском полуострове. Страна состоит из двух частей – континентальной и адриатической, вытянутой узкой полосой вдоль побережья Адриатического моря. Адриатическая часть наиболее привлекательна для туристов, условно делится на три курортные зоны. Полуостров Истрия, известный своими живописными видами на Адриатическое море, чистой водой и близким соседством с Италией. Южная Далмация, горы и острова, знаменитый на весь мир Дубровник, который считается самым красивым городом в регионе. И Средняя Далмация. Наше путешествие на данном этапе охватывает некоторую часть второго региона, Средней Далмации, одного из главных курортных районов Хорватии, с потрясающими природными ландшафтами, обилием интереснейших исторических и культурных достопримечательностей. Здесь рядом соседствуют живописные горы и чистейшее Адриатическое море, многочисленные острова с нетронутой девственной природой, термальные и минеральные источники, великолепные национальные и природные парки, древние города, прекрасные средневековые замки, интересные музеи и многое другое. Мы посетим острова Чиова, Хвар, Адовые острова, красивейшие прибрежные города Средней Далмации, Трагир, Сплит, Примоштан, Шибеник, Водицы, Биоград на Мору, Задар, знаменитый национальный парк КРК с его восхитительными водопадами. И все это за одну неделю. Каким образом, смотрите по мере монтажа и публикации очерка «Бархатный сезон в Хорватии». Чтобы не пропустить очередную часть выпуска, подпишитесь на мой канал для получения уведомления о публикации. Приятного просмотра!